Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать песню группы Мы и фиет Ларри Вейн под названием «Зеркало». Кстати, многие знают эту группу Мы, когда еще был старый состав с Евой Гурари, которая сейчас известна по псевдонимам Мирель. Я обожал просто эту группу, поэтому знаю столько вам много информации. Песенка простая, подойдет для любых начинающих ребятишек на укулеле, поэтому как раз сейчас бери укулеле, и мы пойдем учиться играть эту песню. Я уже чувствую, как после этого разбора тебе захочется купить себе свой первый, а может быть просто новый инструмент. А добавок к нему различные аксессуары, тогда у меня для тебя есть скидочные промокоды, с которыми покупки будут еще выгоднее. Кирпич 21 действует в магазинах Динатон и Укулеле Центр, а промокод Даша Кирпич действует в магазине Skiff Music. А еще ребята из Skiff Music каждый месяц разыгрывают настоящую гитару, поэтому одной покупкой ты можешь убить двух зайцев сразу. Если что, эти промокоды работают как в интернет, так и в офлайн-магазине. А вся подробная информация и правила участия в конкурсах по ссылке в описании. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Облака изо рта и реки из глаз. Все, что ты делаешь, не напрасно. Ты такой красивый, когда погас. Ты такой красивый, когда несчастный. Облака изо рта и реки из глаз. То, что ты делаешь, не напрасно. Ты такой красивый, когда погас. Ты такой красивый, когда несчастный. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. Разбор на укулеле. Песня супер простецкая, вот реально на простых четырех аккордах строится. Первый аккорд — аккорд АМ, зажимаем четвертую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд G, зажимаем третью и первую струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Кому сложно зажимать аккорд G, вы можете взять аккорд G7. По-другому это вторая струна зажимается у нас на первом ладу, далее третья и первая струна зажимается на втором. То есть можете такой взять вариант, можете взять аккорд G, оригинальный. Далее у нас с вами идет аккорд C, зажимаем первую струну на третьем ладу. И последний аккорд — аккорд Fa, зажимаем четвертую струну на втором ладу, а вторую струну на первом. То есть получается АМ, G, C и Fa. Поздравляю, аккорды пройдены, они будут играться у нас и в припеве, и в куплете. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Песня у нас начинается с вами с припева, который мы можем играть несколькими вариантами, в зависимости, каким уровнем вы обладаете. Вы можете играть просто один удар вниз на каждый аккорд. Или можете играть 4, 3, 2, 1. Причем каждый пальчик отвечает за свою струну. Такая штука называется перебор. Кому интересно, то на канале есть целый видос про перебор, можете его посмотреть. Это 4, 3, 2, 1. Также можно играть на один аккорд. Или кто у нас прям супер профессионал, вы можете взять и играть четвертую струну и потом делать удар вниз. То есть получится у нас такой некий бас. Да, конечно, вы можете вообще быстро делать такой переборчик, или можете делать щипок и глушить. То есть мы как бы из этого перебора одновременно играем эти все струны и ставим обратно. То есть здесь столько вариантов, как вы можете сыграть, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, что вам больше нравится. Теперь давайте соберем полностью припев. Я возьму какой-нибудь из этих вариантов. Ка изо рта и реки из глаз. Все, что ты делаешь, не напрасно.
Ты такой красивый, когда погас. Ты такой красивый, когда несчастный. Дальше у нас с вами идет куплет. Это единственный куплет, который у нас идет в песне. Больше второго куплета не будет. Вы можете взять любой бой, который вы умеете играть. Будет та же самая четверка. Это вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, 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 вверх. Ее надо будет играть один раз на один аккорд. Видишь солнце за твоим окном. Детский смех, и все хорошо. Каждый день и так далее. Также можете взять пятерку. Это вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Видишь, солнце светит за твоим окном. Детский смех и все хорошо. Каждый день. Также вы можете взять шестерку вашу любимую. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Также играть один раз на один аккорд. Видишь, солнце за твоим окном. В оригинале здесь играется восьмерка. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Ее мы здесь делим на два аккорда. На первый аккорд вы, получается, играете вниз, вниз, а на второй доигрываете. Вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вниз. Вариант, который вам удобно, и, собственно, играйте. Ну, а теперь мы соберем первый куплет полностью. Единственное, скажу сразу такой небольшой дисклеймер. Я сколько бы и не слушала этот куплет песни, я не могу прям запомнить вот прям мелодию. Поэтому как запомнила, так вам сейчас и спою. Видишь солнце за твоим окном, детский смех и все хорошо. Каждый день я пообещала все рассказать потом. Даже солнце лучики отбрасывают тень. Заходит звезды на восток. Я снова падаю в объятия зимы, но я буду помнить вечно твой вздох. Та-т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 а. И пошел припев. Дальше у нас, да, идет припев, который играем два раза подряд. За первым разом мы сохраняем тот бой, который вы выбрали. Получается, и облака изо рта, и реки из глаз. Дальше у нас еще раз повторяется этот припев, но теперь играем вот тот вариант, который играли в самом начале по припеву. Типа или удар, или 4-3-2-1, или 4 и удар вниз. За первым разом бой, за вторым разом перебор. Облака изо рта и реки из глаз. Все, что ты делаешь, не напрасно. Ты такой красивый, когда погас. Такой красивый, когда несчастный. И, в принципе, на этом песня, собственно, и как бы все. Это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Идет припев, первый куплет и припев. Давайте, томить не буду, соберем полностью от начала до конца, как оно у вас получится. Облака изо рта и реки из глаз. Все, что ты делаешь, не напрасно. Ты такой красивый, когда погас. Ты такой красивый, когда несчастный. Видишь, солнце светит за твоим окном. Детский смех и все хорошо. Я пообещала все рассказать потом. Но даже солнце лучики отбрасывают тень. В городе нет нас, или есть не мы. Каждый раз заходит на восток. Снова падаю в эти зимы, но я буду помнить ведь каждый вздох. Облака изо рта и реки из глаз. Что ты делаешь, не напрасно. Ты такой красивый, когда погас. Ты такой красивый, когда несчастный.
прекрасна. Ты такой красивый, когда погас. Ты такой красивый, когда несчастный. Ну, если у тебя остались какие-то вопросы по песне, то обязательно тыкай на тайм-код, там все подписано, расписано. Ну, или же пиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Ну, а если тебе понравился данный разбор, обязательно дай мне знать своим лайком. Также не забывай писать в комментариях, какую песню или мелодию мне разобрать для следующего разбора. Тема рабочая, обязательно ей воспользуйся. Если вы хотите поддержать мои труды и старания в финансовом плане, то все очень просто. Достаточно задонатить любую сумму на донат Алерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.